Друзья, всем привет, это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас 22 марта 2021 года, и наконец-то это случилось, друзья, да. На мой смартфон прилетела Oxygen OS 11. Это уже финальная версия, то есть финальный релиз. Пару дней назад была Open Beta 4, сегодня уже, как мы видим, Oxygen OS 11. Обновление я получил с помощью приложения Oxygen Updater. Ну, как мы видим, все здесь расписано. Все, что касается изменений относительно Oxygen OS 11. Соответственно, сборка 11 Android финальная, друзья. Ну что, естественно, я буду загружать. Естественно, я буду пробовать, друзья. Нажимаем скачать. Как-то так. Пару дней назад Open Beta 4 прилетела, сегодня уже Oxygen OS 11. Ну, я считаю, круто работают ребята.